Вечные скидки. Всем привет! Впереди лето, а значит, самое время попробовать что-то новенькое. К примеру, освоить модный сейчас сапсёрфинг. Он стал популярен благодаря доступности для массового катания и простоте в обращении. Многие хотят кататься по озеру, реке в штиль, встречать рассветы и загорать. И никакого экстрима. Сейчас доски для занятий сапсёрфингом продаются по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Разброс цен на сапборды большой. Надувные доски стоят от 20 до 150 тысяч рублей. Это зависит от того, какие у них размеры, форма, состав материалов, а также грузоподъемность и есть ли дополнительные аксессуары. Сапсёрфинг с веслом очень многогранен. Вы можете наслаждаться спокойной и расслабляющей прогулкой по озеру или ловить волны в море. Заниматься на доске йогой или участвовать в длительных сплавах. На сайте Apple сап-доску Bestway Compact сейчас можно купить со скидкой в 28% за 19 997 рублей. Размер 243 на 57 сантиметров. Производитель КНР. Цвет синий, грузоподъемность до 140 килограммов. Надувная доска отлично подойдет для отдыха на спокойном озере и других водоемах. Выполнена из высококачественного прочного материала, что обещает долгий срок службы. Широкая крышка позволяет плавать вместе с большими домашними животными, обладает нескользящей поверхностью, имеет удобную ручку для переноски. В комплектацию входит также ручной насос, сумка для переноски и ремонтный набор. На сайте Decathlon надувная доска SUP Touring продается за 23 999 рублей. Доска устойчива на воде, поскольку очень широкая – 32 дюйма. Легка в транспортировке, весит около 9 килограммов. Легко переносится в рюкзаке для постановки на воду. Заостренная округлая форма подходит для серфинга на небольших волнах. Чехол с усиливающими вставками из пеноматериала легко открывается. Рекомендуется для пользователей весом до 80 килограммов. На сайте Озон надувную сап-доску голубого цвета сейчас можно купить со скидкой за 19 999 рублей. Доска предназначена для людей весом не более 60 килограммов, легко переносится для постановки на воду в рюкзаке. Размеры в чехле 81 на 40 на 16 сантиметров. Комфорт использования обеспечен покрытием из пеноматериала. По форме сапборды бывают разные в зависимости от целей. Широкая форма корпуса доски гарантирует отличную стабильность и универсальность. Такая доска легко перемещается по воде, идеально подходит для серфинга, йоги и повседневного досуга в виде прогулок по воде. Вторая форма корпуса имеет более узкую, в то же время V-образную форму дна, предназначенную для разрезания воды, чем хороша для скорости, но у такой доски нет стабильности. Доска подойдет для гонок, турингов и других видов активных фитнес-дисциплин. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!